Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и мы играем с вами в игрушку Warden Lands. Что ж, продолжаем, давайте посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, какое у меня сейчас задание? Так, давайте глянем. Так. Будни ремонтника. Забери энергоспайку, отремонтируй медавтомат и купи щит. Так, окей, три задания. Если ты направляешься в город, тебе потребуется щит. Щит формирует невидимую преграду вокруг тебя, которая поглощает урон. Обычно ты мог бы купить один из медавтомате, но недавно его пробила шальная бандитская пуля. К счастью, ему нужно раздобыть лишь новую энергоспайку. Хорошо, мне нужно добыть энергоспайку. Так, и тут, короче, разные какие-то локации. О, да, ладно. Так, можно будет потом их посмотреть, но пока не будем. Обязательно потом каждую локацию рассмотрим в отдельности. Так, ну пока что давайте проходить миссии. Так, для доступа к вашей карте удерживайте Tab. На карте указаны самые разнообразные интересующие вас точки, а также ваше местоположение. Карту также можно найти в вашем устройстве Эхо при нажатии Tab. Хорошо. Нажимаем Tab. И тут, в принципе, видно. Так, это указатель, куда мне надо двигаться сейчас. Есть магазин также. Так, есть доска объявлений. И много всего интересного. Так, передача есть. Такая вот наша карта. Хорошо. Для начала давайте пойдем сюда. Получается, мне сейчас налево. Так, окей. Сейчас мы кое-что раздобудем с вами. Тихо-тихо-тихо. Тише-тише. Детеныш. Благо, я хорошо стреляю. Не забывайте об указателях на компасе, который указывает вам направление к следующей цели. Так, вот сюда я понимаю. Так, ремонтник. Подобранная запасная часть для медавтомата. Хорошо, взяли. Так, тут какой-то кейс. Ну-ка, я его могу открыть, интересно. Нет, видимо, не могу. Хорошо, я так понимаю, тут больше нет ничего интересного. Если вы видите вот такие норы, значит, там живут страшные твари. Будьте осторожнее. Вот такие вот собачки. Кайфовая игрушка, мне нравится. Она в таком стиле сделана, рисована. Нажмите левый shift, чтобы бежать. Ну, это понятно. Так, склеп детеныш. Благо, я хорошо стреляю. Легко расправляемся. Блин, да вас много тут. А вот стаями они опасны. Так, следим за патронами. Так что давайте возьмем пока пистолет. Ладно, не будем сильно нарываться. Это может плачевно кончиться. 114 здоровья, ну, в принципе, нормально. Даже хорошо. Так, куда мы пойдем далее? Энергопайку мы добыли. Так, медавтомат отремонтировать. Пока не отремонтировали еще медавтомат. Это мне нужно назад сейчас вернуться. Хорошо, попробую снять. Ты какой язычок такой. Ух ты, у них много чего есть. Давайте заберем весь лут.
Все, я уже больше не могу. Хорошо, возвращаемся назад, чтобы отремонтировать медавтомат. Нет, я не туда бегу. Назад. Так, где-то тут наш медавтомат. Смотрите, тут кого-то, видимо, хоронили. Сколько гробов. Вот туалет, давайте откроем. Нет, у меня патронов много. Так, смотрим на навигатор, на компас. Он нас должен привести к нужному месту. Вот. Что тебе нужно? Так, и теперь, я так понимаю, мне надо купить щит. Хорошо. Я поддерживаю работу медицинского. Так, щита. Так, можно аптеку покупать. Сколько стоит, интересно? А, вот, 140 долларов стоит. А у меня 800, в принципе, нормально. Так, небольшой филиал с исцеляющим светом. Время заканчивается через 15 минут. А, очень медленное восстановление здоровья. Также щиты есть 245. Маленькая аптека. Быстрое восстановление 21 здоровья. Давайте возьмем. И вот это тоже возьмем. Также возьмем щит. Так, вы не можете это... Так, вы не можете это позволить. Хорошо. Ух ты, вот, вот щит, вот моя броня. А я еще могу купить, интересно? Уверен? Да. Я купил еще запасной щит. Окей. Так. А, теперь у вас есть щит. Урон, нанесенный вами, будет прежде всего принимать на себя щит. Если ваш щит истощен, он перезарядится спустя короткое время. Постоянно следите за более мощными щитами. Так, хорошо. Я же, по-моему, еще один щит покупал. Да, у меня есть еще один щит, если что. Размер перезарядки 8 секунд. Окей, я выиграл это. Мне дали 192 опыта. И также плюс деньги мне дали. Так, о слеплении девятипалого. Убей бандита и вернитесь к доктору Зеду. Бандитов убито 0 из 8. Девятипалый поставил несколько человек на небольшой заставе на окраине города по дороге на запад. Эти люди сообщают о каждом сделанном нами ходе, поэтому следующим ходом и мы их прикончим. Хорошо, беремся за это задание. Если ты собираешься когда-нибудь найти укрытие, тебе понадобится помощь людей. Помощь доктору Зеду в его проблеме с девятипалым каким-то нужно помочь. Хорошо, давайте поможем дядьке. Смотрим на карту. Мне надо сюда, по идее, идти. Так, а сзади мне должен быть магазин, но он пока закрыт, я так понимаю. Видимо, он со временем откроется. Ладно. Мне куда-то вот... А, вот мне сейчас идти в этот эпицентр хаоса. Благо, у меня щит, это хорошо. Если мне дали щит, значит, ждите неприятности. Мне кажется, сейчас будет сложно. Хорошо, может, нас не заметят, как вы думаете, если мы не будем их трогать? Да, они нас не замечают, нормально. Сейчас нет, заметил. Мне нравится, как они смеются. И сзади еще. Так, одного убил. Да, они косые. То, что я. Ни разу меня не попали. Прикол. Ты что, сам себя взорвал?
тактический револьвер. Что, будьте аккуратнее. Они бесконечно так будут идти. Давайте подберем, что у них там есть. Так, получено две пули от пистолета. Не могу полную. А, я могу, видимо, подлечиться автоматически. Давайте скроем сейф. Или что это? А, нет, я пока не могу открывать. Зато я могу собирать деньги. А, вот кейс. Там есть оружие. О, снайперская, офигеть. Требуется уровень 4. Ты, есть еще пистолет. Круто, новый пистолет какой-то у меня появился. Так, ладно, убежим, сейчас мы посмотрим, что мы приобрели. Так, рюкзак. Мухобойка, сколько она отнимает? Повреждение 10. А, также есть снайперская винтовка. Вы должны быть, по крайней мере, на уровне 4. Хорошо, пока не могу. А у меня сейчас в кармане что находится? А, вот. Вля и излишек повелитель. Повреждение 12, точность 72. Ну, тут поточнее будет. Уровень огня 2.1. 3.3. 8% уменьшения отдачи и плюс... А, одиночные ближние. Плюс 30 повреждений вот этот. Я повелитель. Для мухомойки 55% точности, 38% уменьшения отдачи. Это более косая. Ну ладно, пока побегаем с этой. Потом посмотрим, может быть, поменяем. Так, а что у нас по заданию? Давайте глянем. А, нам надо возвратиться, все правильно. Сейчас мы возвратимся и получим свою награду. Скоро третий уровень, классный. Смогу уже воспользоваться снайперкой скоро я. Хорошо, топаем к нашему доктору. Вот он. You can call me Zed. Так, $313 плюс 408 с опыта. Отлично, друг мой, твоя премия за тех парней, кому времени так девятипалы поймет, в чем дело, мы уже будем планировать наш следующий шаг. Хорошо. Девятипалы встречается так с Бахой. Так, другой доктор Зед, поговори с Бахой на участке. Встретиться, короче, мне нужно с ним. Существует награда за смерть Девятипалова, однако он неуловим. На самом деле мы не знаем, где находится его логово. Поговорите с ТК Бахой на его фирме к югу от Файерстона. Он слеп, как летучая мышь, но никто не знает окрестность земли лучше, чем он. Возможно, он тебе поможет. Хорошо, беремся за это задание. I keep the medical equipment working, more or less. Так, вы уверены? Так, предмет дня какой-то у меня. А, стандартный исцеляющий щит. Давайте возьмем. Is there no end to my power? Продано. Постоянно лишать один здоровья за 10 секунд можно отнести на грузовую палубу. Так, у меня, я понимаю, опыт появился. Я же уже третьего уровня. Скоро буду четвертым. Подожди, ну-ка, может, я уже четвертый? Ну-ка, рюкзак. В натуре я четвертый уровень, ребят. Теперь у меня есть такая снайперка. Но в ней 6 патронов, к сожалению. Так, а нельзя? Я хочу еще, чтобы появилась одна
штука такая. Какой-то щит есть, ну-ка. И что это было? Очень медленное восстановление здоровья. Не, мы пока... А куда делся мой щит, кстати? А вот он восполняется. Хорошо, нормально. Я зря, в принципе, купил два щита. Только деньги потратил, мне одного бы хватило. Кто это? Привет. Его наняли, чтобы убить меня? Блин, так у него еще броня. Зато за него дают много опыта. Убийца. Ух ты. Это было круто. Че, еще хочешь? Кайфово, мне нравится она. Дали для винтовки патроны, хорошо. Так, а надо посмотреть, куда мне надо идти. По карте. А вот, в принципе, недалеко. Это получается налево. Немножко левее, вот туда. Хорошо, пока возьмем наш автомат. Потом уже придется будет, надо будет менять нам, ну, выбирать. Винтовки, какие выкидывать, какие оставлять. Ну, пока нам это не грозит, пока что у нас места хватает. Где-то вот тут, по-моему, он должен жить. Ух ты, давайте откроем ящик. Вот и там доллары и патроны для снайперки. Так, крутяк, смотрите, какой он. One more step and it'll be your last. Ты ищешь, ты еще один шаг, и он станет последним. Видел бы ты свое выражение лица. А, как он мог видеть мое лицо, если он слепой? Ты же не скаг, ты не так ли? Нет, повезло тебе, я стреляю только скагов. Так, хорошо, давайте поговорим. Кто здесь? А, это новенький в нашем городе. Меня зовут... Баха. Постой, мне кажется, что-то я слышу. 90 опыта мне дали. Так, верните украденную еду и верните ее Бахе. Украденная еда. Я слышал, вонючие скаги позарились на мою еду. Пусть они в пекле все сгорят. Ты кем бы то ни был, я хочу, чтобы ты... прикончил этих крыс, они выкрали половину моего запаса еды. Верни мою еду, а после мы поговорим, когда я не буду так зол. Так, значит, получается награда 313 долларов и 480 опыта. Это хорошо. Хорошо, что у меня есть снайперка. Побежали с ней. Так, где-то вот в этой области, я так понимаю. Хотя, мне кажется, мне снайперка тут не поможет. Снайперка не поможет мне. Лучше, наверное, автомат. Давайте посмотрим здесь на свое оружие. Развитие эффективность пулемета, то есть у меня навык повышается. Постепенно они будут повышаться, и я буду ими лучше владеть. Тут какой-то мусор, давайте посмотрим. Ух ты, вон они скаги. Легко расправляемся с ними. Это, знаете, мне игру напоминает крутого Сэма, чем-то похоже. Не знаю, мне как крутой Сэм, мне вот это, по-моему, побольше понравилось. Ну, пока мне она... Пока мне все устраивает, мне все нравится. Мне надо куда-то туда идти, я так понял. А, вот еда. Так, выглядит не очень аппетитно после того, что она прошла.
Хорошо, возьмем ее. Еще. Еще сколько мне надо? Еще три. Давайте пробуем через снайперки их убить их. Ух ты, повылазили. Ой, юный уже, это уже не маленький, это уже юный. Его посложнее уже убивать. Так, собираем весь лут. Ничего себе, он набросился так. 64 опыта дают за него, уже прилично. У меня, в принципе, уже много патронов. Теперь нам назад, я так понимаю. Ну давайте пойдем назад. Тут, я понимаю, в этой игрушке еще можно будет потом кататься на машинах всевозможных. Это будет интересно. Ладно, выполним задание и на этом серию прервем. Куда же мне идти? Давайте посмотрим по карте. А, вот, я прям рядом. Прям рядом с едой нахожусь. Что-то я ее пропустил как-то. Вот она. Хорошо, бон аппетит. Все, теперь мне надо отнести эту еду нашему безглазому, слепому. И мы за это получим награду. Беги, беги, милашка. Окей, вот это да, я слышал. И это было нечто падающее. А семь труп из скагов, прямо как музыка для моих ушей. Ты вернул мою еду, да? Спасибо тебе, незнакомец. Значит, ты пытаешься найти логово Девятипалого. Оно находится в Скаг-Гале. Ты мог бы мне разобраться со скагами, я буду счастлив помочь тебе с Девятипалом. А, взять гранаты? Окей, новое задание. Купи хотя бы одну гранату и возвращайся. Бахи. Хорошо, мы это сделаем. Так, хорошо, купим все гранты, но я думаю, на этом можем прервать серию и уже увидимся с вами в следующей серии. Следующая серия будет тоже очень интересная. С вами был, ребят, Дариди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И я вам буду очень благодарен. Всем удачи, всем пока, ребят.